А сейчас мы познакомимся с темой формулы для радиусов вписанных и описанных окружностей для правильных n-угольников. Вначале познакомимся с формулой, чему равна сумма углов n-угольника. Сумма углов n-угольника равна 180 градусов умножить на n-2, где n это количество сторон нашего n-угольника. Если n-угольник правильный, значит у него все стороны равны и все углы равны. Тогда чтобы найти внутренний угол правильного n-угольника, нужно посчитать его по формуле 180 умножить на n минус 2 и разделить на n, где n это количество углов, ну или количество сторон n-угольника. Перед тобой таблица для вычисления радиуса описанной окружности и радиуса вписанной окружности. Радиус описанной окружности вычисляется по формуле А деленное на 2 синус 180 деленное на n, где n это количество сторон n-угольника. Радиус вписанной окружности вычисляется по формуле А деленное на 2 тангенс 180 градусов деленное на n. Если вместо n подставить 3, мы имеем треугольник. Значит, это наш правильный треугольник. Тогда радиус описанной окружности будет равен а корней из 3 деленное на 3, где а это длина стороны треугольника. Радиус вписанной окружности – Вычисляется по формуле а корней из 3 деленное на 6, где А это сторона треугольника. Аналогично, если в эту формулу вместо n подставить 4, значит, это будет наш четырехугольник правильный, а правильный четырехугольник это квадрат, мы тогда выводим формулу для радиуса окружности, описанной около квадрата. Она будет, радиус будет равен а корней из двух деленное на 2, где А это сторона квадрата. Аналогично найдем радиус вписанной окружности. Радиус вписанной окружности вычисляется по формуле А деленная на 2. А сторона квадрата. Если вместо N в эту формулу мы подставим 6, а это будет наш правильный шестиугольник, тогда радиус описанной окружности вычисляется по формуле равен А. Радиус описанной окружности равен стороне шестиугольника. И радиус вписанной окружности вычисляется по формуле а корней из трех деленное на 2, где а – это сторона шестиугольника. Из этих формул легко можно выразить и сторону, если у вас известен радиус. Мы познакомились с формулой сумма углов n-угольника, внутренний угол правильного n-угольника – и вывели формулу для радиусов вписанных и описанных окружностей для правильных треугольника, четырехугольника и шестиугольника.